Аминка, витаминка. Три сестры, семья и Ваня. Вместе с нами, вместе с вами. Это кто-то такой на нашем районе? Фанат. У нас кто на отец? Хаянпанг. Хаянпанг мусо? Не, Хаянпанг. Крику, хакюга. Это кто такие? Ну, наши новые соседи, что ли? Дайте на тему подруга. Да, походу, это корейцы. Пойдем, познакомимся с ними, покажем, что мы дружелюбные соседи, да? Да, давай. Аригато газаймасо. Ты чё, это на японском? Нихао. Ты чё, ты же на китайском? Как же это было? Я ещё в сериале это видела. Забыла. А, точно, рамён. Какой рамён? Аньё. Аньё. Привет, мы Васи соседи. Ви ехать из Корея? Нет, надо сузить глаза, так они точно поймут. Привет! Вы соседи из Корея? А мы любим Корея. Мы любим Даймён. А еще мы любим BTS. Вы знаете BTS? Мамай, мамай. Кей-поп, кей-поп. Розовый, черный, знаете, розовый. Какой розовый, черный? Blackpink, yeah. Дорама. Еще мы любим суши. Это японское блюдо. Казахи, Корея, друзья. Мы ваши соседи. Знаешь, мне кажется, они не корейцы. Они не понимают, что мы говорим. А мы на корейском говорили все-таки, да? Да ведь? Не знаю, но мы сделали все, что могли. Какие-то они странные и недружелюбные. Ну ладно, главное, мы показали свое дружелюбие. Ну все, мы пошли. До свидания. До свидания, да. Ну до свидания, до скорой встречи. Очень было приятно познакомиться. Мы поняли, что вы наши соседи. Чего? Мы реально разговариваем просто так на корейском? До свидания. До свидания. Они, оказывается, на русском разговаривают. Да, я поняла, Инку. Мы кого-то ждем? Не знаю, вроде никого. Девочки, тетя Нура попросила, чтобы ее сын с нами посидел. Ну, давайте, развлекайте гостя. Проходи. Девчонки. Привет, я Амина. Я с девчонками не здороваюсь. А я Арушка. Буду твоей подружкой. Это тебе знак нашей дружбы. Фу, что за детский сад? Чё смотришь? Ты мне вообще не нравишься. А я и не старался. Иди, малявка, воды принеси. Мне он вообще не нравится. Надо с ним что-то делать. И он обидел моего гипачу. Адёка, вынеси, пожалуйста, мусор. Почему я?
Давай, давай, иди вынеси. А Тёха, ты чё сидишь? А ну-ка быстро дома уберись, пропылесось и полы помой. Ну почему я? Почему не Арушка? Адья, ты же знаешь, когда Арушка начинает убираться, то она сразу начинает петь, танцевать и в итоге ничего не убирает. Я сделаю так, чтобы ты убирался дома, выкидывал мусор и делал вообще все за меня. Амир? Чё, ну что, покушаем? Мама. Ну ничего, зато теперь можно гонять куда угодно. Чё лежишь? Иди вставай в магазин, иди и чипсы мне купи. Классно я придумала. Адья, чё вещи свои разбросала? А ну-ка быстро иди собирай. Может мне ещё Аминку в мальчика переделать? Пойду покормлю свою малышку. Приготовься кушать. Вау! Ничего себе! У меня настоящая лялька! Да. Вот этот классный костюм, посмотри, я тебе снимаю. Давай. Амир. Да? Да, прямо на замке, да? Амир. На горле. Жену, молодец. Давай. Идёшь, Амир? Давай еще. Делай. Давай. Давай. Цена этого товара уменьшится, если увеличится общая сумма заказа. Молодец.